Ни снега, ни мороза, а сосульки на елях появляются. Вечером по этим светодиодным конструкциям побегут огоньки. Новый формат иллюминации украсит хвойные деревья рядом с аркой на проспекте Юных Пионеров. На эти ели ушло 500 гирлянд. Эти светодиодные лампы практически не берут электроэнергии, очень малой по мощности. Из-за этого идет очень большая экономия. Они как бегущие огни, бегают вверх, вниз. Аллея трудовой славы преобразится в этом году. Впервые эту площадку в Кировском районе украшают праздничными огнями. Посмотрите, какие красивые ставят елки. Благоустроенные аллеи, стоят скамейки, стоят урны, чтобы можно было, чтобы поддерживалась вся чистота. Яркие светодиодные узоры появляются и на площадях Кирова и Мочелова, и возле ДК «Луч». Новогодние украшения установили и на 19 основных дорогах Кировского района. Мы всех приглашаем посмотреть, дать определенную оценку. Если будут какие-то пожелания дополнительные, мы готовы их учесть. Оперативно мы украсили район, но единственное, что нет пока снега и мороза. У горожан уже праздничное настроение. Оживляет. Вот с дочкой хожу сейчас, она говорит, как красиво. Ну надо же, как красиво придумали, не надо. Это ничего, рубить живую елку закрасили, я там отметила. И здесь, смотрю, тоже красиво. Сиянием залито и здание районной администрации. А над Московским шоссе и Ракитовском мосту в центре светодиодной гирлянды герб Самары. Для того, чтобы почувствовать атмосферу праздника, зарядиться положительными эмоциями, достаточно просто прогуляться по Самаре. Улицы, скверы, бульвары, парки украшают самые разнообразные сказочные узоры, созданные с помощью гирлянд, навесов, перетягов, консолей, инсталляций. И такое яркое новогоднее убранство в каждом районе города. Дополнительная иллюминация в этом году и на улицах Осипенко, на площади Куйбышева, на Ленинградской. Сияние городу добавляют и фирмы, которые тоже украшают фасады. Самые креативные примут участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.